В 2017 году отрасль туризма показала достаточно хороший уровень работы. Мы закончили год с увеличением туристского потока на 10% и в итоге приняли более 480 тысяч туристов в нашем регионе. В этом году мы оказали услуг на 1,5 миллиарда рублей, что является достаточно хорошим достижением и говорит о том, что эти средства все будут вложены в экономику региона теми туристами, которые приезжают в наш регион. В этом году мы поднялись на 9 пунктов в национальном туристском рейтинге, и сейчас Ульяновская область занимает 29-е место, опережая соседние регионы, такие как Пензенская область, такие как Республика Мордовия. И в рейтинге Приволжского федерального округа мы занимаем 5-ю строчку. Это очень хороший показатель для города с такой небольшой численностью населения. Впереди нас только города-миллионники: Нижний Новгород, Казань, Самара. Таких результатов мы достигли, реализуя планомерную политику по развитию отрасли, которая прописана в нашей стратегии. Мы активно работаем по привлечению инвестиций в отрасль туризма, и сейчас на стадии реализации находится более 40 туристских проектов. Впервые в этом году мы реализовали меры по поддержке туристского бизнеса. В этом году был разыгран конкурс на выделение субсидий в объеме 10 миллионов рублей. И уже в следующем году эти проекты будут реализованы на территории нашего региона, привлекая все больше туристов в наш город и в наши муниципалитеты. В этом году мы чаще звучали на федеральных площадках. Стоит упомянуть наши достижения в всероссийском конкурсе «Маршрут года», где мы взяли 3 гран-при, что является таким беспрецедентным случаем. Мы заняли 2-е место в конкурсе «Лучшие по профессии в индустрии туризма», и наша горничная из гостиницы «Волга» показала достойно свои результаты и представила очень достойный регион. В следующем году нас ожидают серьезные мероприятия. Мы планируем продолжить работу по развитию инфраструктуры, по привлечению инвестиций. Мы планируем в следующем году активизировать нашу работу по продвижению. И в следующем году нас ожидают 2 очень крупных всероссийских мероприятия. Это форум событийного туризма «Россия событийная» и финал всероссийского конкурса «Маршрут года», на который съедутся представители всех регионов Российской Федерации. Ну и одно из самых важных мероприятий – это открытие туристско-информационного центра Ульяновской области, организации подведомственного правительства, которое будет работать в 2 направлениях – информирование наших потенциальных клиентов в соседних регионах о туристском потенциале нашего города и области, ну а также информирование наших жителей о тех продуктах, которые предлагают наши туроператоры, наш туристский бизнес. Хотела бы поздравить коллег, представителей туристской отрасли, представителей индустрии гостеприимства с наступающим Новым годом. Хотела бы поблагодарить вас за активную работу, за те креативные проекты, которые вы реализуете на территории нашего региона, делая его все более гостеприимным, все более привлекательным, формируя позитивный образ и имидж нашего региона на всероссийской и международной арене. Ну и хотела бы пожелать вам, а также вашим потенциальным туристам, активных праздников, ярких впечатлений, ну и, конечно же, туристскому бизнесу побольше клиентов и возвратных туристов. С наступающим!